Маршруты «Московские команданты», «Че», «Эльдорадо», «Босиком по луне». Эти песни известны многим любителям русского рока. Александр Ф. Скляр, по мнению одного из журналов, вошел в число людей, повлиявших на массовую культуру 90-х годов. В 1986 году музыкант стал лидером группы «Ва-банк», которая заняла прочное место в ряду российских альтернативных коллективов. Александр Ф. Скляр выпустил и сольные, и командные альбомы, участвовал в творческих проектах со многими известными исполнителями. Одна из известных совместных работ – «Боцман» и «Бродяга» с Гариком Сукачевым. Лидер группы «Ва-банк» приехал в Саров в третий раз. Каждый наш приезд в Саров, а это уже третий приезд, осуществляется благодаря энтузиазму и дружескому участию одного и того же человека. Его зовут Роман Тесленко. И я хочу ему сказать большое спасибо. Потому что так получается, что именно он нас позвал в 2003 году первый раз приехать. В начале концерта музыкант исполнил песни о родине и войне, о русском народе, а также рассказал зрителям о своих поездках в зоны СВО с гуманитарными грузами и с концертами. Мероприятие прошло в формате творческой встречи, так что зрители могли задавать вопросы и общаться с Александром. Когда война на пороге, нам слышен голос заветных времен. Русские своих не бросают, это закон. Перед каждым исполнением Александр Скляр рассказывал историю песни. Исполнитель познакомил саровчан и с циклом песен, который объединяет один и тот же герой – Вася Совесть. Не обошлось на творческом вечере и без известных песен. Интервью с Александром Ф. Скляром смотрите в среду, 8 ноября, в передаче «Актуальное интервью» на канале 16. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.